что, друзья, распаковочка. Заказала я себе несколько вещей, которых как бы мне нужно. Вот. Вот пришла вот так посылка. Помятая. Как потерянные посылки. Вот. Я начала тут распаковка уже. Что там еще, я не знаю. Бумаг. Еще что-то тут. Еще что-то. Надо достать. Сейчас достану. Должна быть вот такая маленькая штучка. Совсем маленькая. То, что мне нужно. Ну что, надо открыть. Дурка. Мне нужно листья дуть. Так, пойдем. Это вставляется куда-то. А, тут вот две вот такие штучки. Так, они сюда куда-то вставляются. Будем еще разбираться, куда они вставляются. Заправка. Только нужно сначала поставить заправиться. А как она заправляется? Такая штучка она сюда вставляется. Его заправляется. Я поставлю заправиться, и потом мы попробуем. А здесь такие две штуки. О, вот я вставила. Можно еще одну вставить. Вот такая штука. Листья. Подбирать мне нужно листья. Ой, какая красота. Все. Друзья, ставим. Ставлю на заправку. И потом делаем эксперименты. Смотрите, какая маленькая, миниатюрная. То, что мне нужно. Ура! У меня есть такой инструмент. Листья так чуть-чуть.
кажется. Сейчас попробуем. Что вот поставил на заправку. Видим, что красненькое, да? Как только станет зеленым, мы с вами проведем эксперимент. Ой, кажется, птица поет. Дети-то... А, вот тут они сидят. Певцы, как громко. Молодцы. Ну что, вот заправлено. Вот такая вот так она. Видите, вот. Таким штучкой. Концовочка такая вот. Как бы наверх. Я уже пробовала, вроде ничего. Вот. Вот как дуется. Дует. Вот. Сейчас вечер как-то. Я довольна, хоть маленький, небольшой такой, но помощник. Вот так. Ну, это все надо мыть. Бесконечные дожди, дожди, дожди. Закончатся дожди и штормы, я, конечно, все это вымою. Вот сначала пропылесосю, вот так, почищу и потом все вымою. Так, еще один пакет пришел. Давайте распакуем и посмотрим еще, что здесь. Ну, как бы я знаю, что я заказала. Ой, ну как это все выглядит, не знаю. Мешок горит, целый. Растягивается, растягивается. Растянулся, растянулся. Может и пригодится. Сейчас посмотрим. Я заказала две такие штучки, накидки, на мой велосипед. От дождя. Она должна быть солнечной, но нет, она просто большой. Еще такой цветной. Это такой, как бульончики такой вот цветной, прозрачный. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим на мой велосипед. Дают они или нет? Ну что, вот мы в гараже. Мой товарищ. И давайте посмотрим, как он накроется от дождя.
В общем, ерунда. Потратила деньги. Вам хочу сказать, полную фигню. В общем, ничего не получилось. Давайте посмотрим на это. Вот это все подставляю. Вот что-то будет побольше. В общем, заказала и выкинула деньги. Ничего не подходит. К сожалению. Вот так. Ну что, я осталась без накидок снова. А это я попробую вернуть. К сожалению. Мне так нужна накидка. Может быть, это как-то меня что-то там... Посмотрю, как она сделана, и тоже сделать. В общем, так, придется самой что-то делать.